Россиян будут штрафовать за шумное поведение ночью. Согласно поправкам, которые предлагает Совет Федерации, за беспокойство жителей с 23 до 7 часов утра надо будет платить штраф в размере до 3000 рублей. Напомним, что сейчас шум в ночное время, как правило, остается безнаказанным. Внесение такого правонарушения в КОАП на федеральном уровне позволит россиянам вызывать полицию, считают в Совете Федерации. Уточняется, что к действиям, нарушающим право граждан на отдых, относятся также слишком громкое пение и использование звуков воспроизводящих устройств. При этом действие статьи не распространяется на нарушение тишины и покоя, когда речь идет о пресечении правонарушений, ликвидации ЧС, проведении официальных культурно-массовых мероприятий и религиозных праздников.